Вот и настал столь важный, волнующий и невероятно красивый день. День, когда сегодня два сердца сольются воедино. День, когда одно сердце будет биться в такт с другим. Тот день, когда слезы на ваших глазах будут только от счастья и радости. День, который вы запомните в своей памяти как день рождения. День рождения новой семьи. Сейчас я хотел бы, чтобы в присутствии всех вы, дорогие молодые, поклялись друг другу в том, что каждый день, прожитый вами вместе, добавит вам уверенности в том, что вы никогда не расстанетесь друг с другом. Что ни на секунду не пожалеете о том, что сегодня соединили ваши жизни. Что с каждым годом вы будете любить друг друга все сильнее. Что сегодня вы стали друг другу дороже, чем в прошлый день, чем год назад, чем 11 лет назад были дороже. Друзья, сегодня на ваших глазах 28 сентября 2018 года родилась новая семья. Ваши аплодисменты, молодые! Сейчас я нахожусь на невероятном празднике. На празднике рождения новой семьи. И это твоя будущая семья. И я очень сильно хочу тебя сейчас познакомить с твоими мамой и папой. Пойдем со мной, я тебя познакомлю. Посмотри на них. В этот день они невероятно счастливы. Это день, когда слезы на их глазах были от невероятного счастья. Ведь сегодня они столько раз говорили друг другу слова «люблю». Но ты знаешь что? Я тебе скажу, что тебе очень сильно повезло еще, потому что сегодня я познакомился в этот прекрасный праздник с своими будущими бабушкой и дедушкой. Пойдем, я тебя с ними познакомлю. Вот, посмотри на них, какие они красивые, сияющие. И эти слезы на их глазах только потому, что сегодня действительно счастливый день. Посмотри, сколько друзей. Это все друзья твоих мамы и пап, которые сегодня невероятно счастливы. И давай еще разочек с тобой взглянем на них в этот прекрасный и счастливый день. Это день их свадьбы. 28 сентября 2018 года. Это прекрасная пара. Твои будущие мама и с папой поженились. Друзья, ваши бурные аплодисменты молодым. Ну и мы очень сильно ждем тебя, малыш. Come on, 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 come on
Маша, Маша, ЛП. Так сегодня сложилось, что две ваши жизненных линии соединились в одну большую дорогу. Крепкая, счастливая семья создается в тот момент, когда две самых родных души, два самых любимых человечка, те люди, которые дали вам эту жизнь, те люди, которые дали вам друг друга, те люди, которые дали вам этих друзей, те люди, которые дали вам это небо над головой и это солнце, благословляют вас на счастливую, невероятно долгую жизнь. Это те люди, которые вкладывали все, что умели, и все, что вы не умели. Старались не повторить своих ошибок и воспитать вас как наилучшим способом. Это ваша мама. Это те две сокровенные души, которые будут всегда беречь вас, которые каждую секунду думают о вас. Это те люди, которые не только 9 месяцев носили вас под своим сердцем, а те люди, сердце которых вы будете всегда. И сейчас я попрошу мам, как хранительниц семейного очага и семейного тепла, передать частичку себя, частичку своей души будущей, новой, красивой и счастливой семье. И благословите на невероятно долгую и счастливую жизнь. Мама, я прошу вас зажечь свечу наших планов, передать частичку этого семейного тепла. Три вещи. Я хочу вам пожелать всегда друг друге развивать чувство юмора. Всегда друг другу говорить правду. И все самое лучшее, что есть в каждом из вас, воплотить в ваших будущих детях. Ваши аплодисменты, молодые. Будет очень сладко. Под ваши бурные аплодисменты я прошу внести сюда свадебный торт наших половин. Разрезая этот торт, вы не разрезаете ваше счастье. Вы делите его на маленькие кусочки сладкого счастья, которым вы будете делиться сейчас с вашими гостями. Giving me higher love, keep giving me higher love, you're giving me higher love.